многожанровом конкурсе принимают участие вокальные, танцевальные, театральные коллективы и исполнители инструментальной музыки. Сотни творческих команд из разных уголков страны, а также Казахстана, Беларуси и США. Из 1500 участников здесь каждый мечтает стать лучшим в своем направлении. Мы приехали не за вторым местом, не за третьим, а только за первым гран-при. Ну, удачи вам, спасибо. Если бы мы приехали за третьим, мы бы вообще не ехали. А мы приехали за первым. В ритме вальса, хип-хопа, в присядку и под чечетку. Первый конкурсный день открыли танцевальные коллективы. Большинство участников – дети. Но, уверяют организаторы, конкурс возрастных ограничений не имеет. Из зала за восходящими звездами сцены следит строгое, но справедливое жюри. Почти в каждом коллективе есть какие-то очень многообещающие там звездочки. Их прям видно, они горят. Вот, и я подразумеваю, что, ну, вот когда такой возраст, особенно там 8, 12, 14 лет, они за год, за два могут в умелых руках превратиться в замечательных танцовщиков. Кстати, Егор Дружинин не только оценит конкурсантов, но и поделится с ними секретами мастерства. На фестивале пройдет несколько мастер-классов от именитых хореографов, а также школы вокального и театрального мастерства. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.